ходили за помощью в больницу? А то, ну, это физически они делали, в мой больницу прошли. Первый, второй, третий степень. Двоим Олег, чуть-чуть подвинуться. А мы сейчас на все уходим. Так что. Сейчас доснимать чуть-чуть вот планик какая-то. Горы и уйдем. А мы с вами, наверное, год назад встречались. На Мебелина? На Мебелина. Мы нас просто так загоняли. Это же работа. Ну а что делать? Это моя работа. Просто мы ее очень сделали, так что надо уйти. Там главное, ничего не отлетело. Это да. Ну ничего страшного, документы надо на всю собой держать, правильно? Паспорт у меня. Там паспорт у меня нету, что ли? Да, не подумайте. Я с ним в общем, я его не знаю. Сотрудник. Надел бы тогда, не знаю, там, манишку, каску, если туда полез, правильно? Логично. Так что это самое. Какие документы, помните? Он пресс-служба. А какая разница? Молодой. Я у него манишка, пресс-служба, я там не знаю.